În această ediție îi scoatem de pe Doyang pe o salta de dormitor pe cuplul de campioni la taekwondo Ștefan Dimitrov și Valeria Șapoval. Fac o pereche inedită, fiecare dintre ei reușind să aibă o carieră de invidiat înainte de a forma o familie. По моему цвету волос, наверное, понятно, что меня в детстве очень сильно обижали одноклассники. Это было, наверное, таким ключевым звеном для моих родителей, чтобы я умела постоять за себя. То есть, ну вот они, наверное, считали, что единоборство служит для этого. Хотя в будущем, ну, мы понимаем, что все-таки у боевых искусств другая идеология. Но вот, наверное, за счет того, что меня дразнили рыжая-рыжая, я пошла на такой мальчишеский спорт и, наверное, это был такое судьбоносное решение моей мамы, потому что после этого вот все, что сейчас у меня есть, это благодаря тому, что я занималась тхэквондо. Ștefan a dedicat sportului 17 ani din viață, are 9 victorii la campionate europene, dintre care 3 medalii de aur, 3 de argint și 3 de bronz. Este cel mai bun sportiv al Moldovei în ratingul mondial la tхэквондо. Valeria, în schimb, este campioana Ucrainei la tхэквондо și, cum era și firesc, cei doi sportivi puteau să se întâlnească doar la un campionat internațional. Така интересная история. Обычно Лера не тренируется за день до соревнований, а тут что-то вдруг решила размять ножки перед турниром. Ну, видно. Соревнования проводятся в несколько дней. Да. Степан дрался в первый день соревнований, я дралась со второй. И в первый день я просто пришла в зал поболеть за свою команду, посмотреть на других участников. И я обычно никогда ничего не делала за день до боя. Вот у меня какая-то была такая, не знаю, стратегия. Да. И тут вдруг решила, и так попалось, что ее одноклубница попросила у нас штаны для тренировок. И так получилось, что она тренировалась в моих штанах. Я увидел... А я не знала, конечно же, что это его штаны. Я увидел, то есть для меня это был шок. Какая-то незнакомая девушка в моих штанах. Ну, ладно, красивая, но в моих штанах. Потом, конечно, когда я увидела, как Степан дерется, мое сердце все растаяло, оттаяло, и вот уже, наверное, дальше... То есть у нас было всего лишь 2 дня вот эти знакомства, и потом все это было в интернете, мы переписывались, мы созванивались. В течение так, 2 лет, 2 года, редкие да. встречи раз в 2 месяца. На 3-4 дня максимум. Да. И уже после этого мы как бы приняли такое решение, что нужно выбирать страну проживания или на Украине, или в Молдове. Cuplul a ales să-și crească copilul în Moldova, țara care a cucerit-o pe Valeria și a rupt-o definitiv din Ucraina. Мы никогда не сидим дома, мы куда-то везде ездим, и как-то я очень быстро познакомилась, наверное, с городом. И я вам честно скажу, да простит меня моя родина, но я очень люблю Молдову. У меня такое ощущение, что я там в какой-то прошлой жизни, наверное, здесь жила, потому что когда мы сейчас ездим в гости там, к моим родственникам в Украину, то я уже так 5 дней, я так, пора домой, я уже хочу обратно, мне уже хочется сюда. То есть это не говорит о том, что там та страна плохая, это хорошая, просто мне здесь очень душевно, очень уютно. Я из города Днепропетровск, а у нас такой город, ну, боевой, можно сказать, то есть, ну, там... Ну, я бы, наверное, отметил то, что все-таки Молдова более уже так, особенно Кишинев, приближается к более такому европейскому менталитету. Все-таки как-то мы стремимся к этому. На Украине еще все-таки постсоветское большее пространство и более по-простому люди относятся как-то к жизни. Ну, как-то вот, да. К правилам жизни. То есть у нас еще здесь еще будет... Вот прям чересчур иногда в лоб. А здесь как-то... Как-то политично. Как-то да, вот сбоку к тебе зайдут, но не прямо. Молдова для меня открыла очень большие возможности. И когда я вам честно скажу, слышу, что здесь для кого-то нет перспектив, я удивляюсь. Потому что лично для нас эта страна очень много чего открыла. Да? Ты согласна? То есть страна в первую очередь мне дала здесь образование, она мне дает здесь возможность заниматься тем делом, которым я, то есть тхэквондо. Она мне помогает как-то, то есть очень много людей, которые меня здесь поддерживают. Вот мне нравится наш молдавский народ за то, что он поддерживает друг друга. În prezent, Ștefan rămâne dedicat sportului de performanță, iar Valeria are grijă de micuța Zarina și s-a reprofilat în nutriție. Ștefan может себе позволить посвящать свое время только тхэквондо, не дополнительно не ища какую-то другую работу. То есть вот да, у нас ребенок как бы появился, соответственно, доходы все равно там увеличились.
расходы, вернее. Но он все равно может позволить себе посвящать свое время полностью тренировочному процессу, но в принципе, потому что это наша цель. Да. Все опирается, в принципе, только в результат. Когда я приехала сюда, в Кишинев, то я перестала заниматься спортом, потому что у меня была травма колена, и я ушла в тренерскую деятельность и уже в будущем нутрициологию. Но если так взять, то лет 13, наверное, я занималась вот прямо с детского возраста, чемпионка Украины. Apropo, sportivele de performanță se decid mult prea greu să devină mame. Iată de ce. У женщин, да, это, конечно, такая немножко болючая тема, потому что профессиональный спорт – это не женское дело 100%, хотя, к примеру, вот свою дочку я вижу в профессиональной карьере. Как она там захочет, это, конечно, будет ее выбор, но я себе так пока нарисовала, что я была бы не против. Но на самом деле это очень экстремальный вид нагрузки на женский организм. Я не готовилась к беременности как специально. Я просто за определенное время после завершения своей спортивной карьеры уже привела свой организм к здоровому состоянию. То есть это не 2 месяца, не полгода. У меня это заняло, ну, около 2, наверное, лет, чтобы я могла сказать, что вот сейчас мой уровень здоровья на 9 из 10. Я набрала 17 килограмм, которые за 2 месяца у меня ушли очень легко. И ребеночек у меня родился всего лишь 3 килограммчика, хотя я думала, что она будет гораздо больше. Somnul este o parte esențială a procesului de refacere pentru sportivi. Fără un somn de calitate, nu ai cum să faci performanță. Сон – это, наверное, не только для спортсменов, но и в том числе для спортсменов. Это очень важный момент, потому что нагрузки сверх нормы, и восстановление должно быть тоже сверхадекватным, да, этим нагрузкам. То есть очень важно, чтобы сон был качественным, скажем так. То есть прям вот максимально уделять внимание, допустим, тому питанию, то есть на ночь не загружаться для того, чтобы можно было качественно отдохнуть. Да, должно быть, нужно подбирать качественную мебель для того, чтобы сон был максимально качественный. Матрас мы выбирали для того, чтобы он был комфортен в плане позиции, то есть когда ложишься на него, чтобы во время сна там не затекали руки, не залеживал бока, то есть он должен повторять в какой-то мере, должен повторять изгибы тела для того, чтобы не было нагрузок на позвоночник и на опорно-двигательный аппарат, для того, чтобы кровь не застаялась из-за того, что залеживаются места какие-то. Nu este nimic mai plăcut decât să te trezești simțindu-te odihnit și plin de viață, cu energie suficientă pentru restul zilei. Sportivii de performanță și antrenorii lor învață că, dacă ești odihnit, îți poți îmbunătăți performanțele și dezvolta concentrarea mentală. Da, у нас именно спальня, у нас именно матрас, хороший матрас, которым мы пользуемся. Диваны все-таки, я считаю, что это, ну, для сна не всегда качественно. Знаете, вот сон – это тоже одна из констант здоровья. Как правильное питание, как физическая активность, как здоровая психология, так и сон – это, я считаю, очень сильно важно. Соблюдение режима сна, режим, то есть сна и отдыха, спальное место, оно действительно не должно быть лишь бы какое, это и хорошее качественное, ну там что, кровать, матрас, кто на чем спит, это хорошая температура, влажность, то есть если вот эти все нюансики пособирать, я даю гарантию, человек будет спать совсем по-другому, можно даже без каких-то чайчиков успокоительных. И просыпаться будет с другой энергией, да, с другим настроением, ему жить захочется. Часто люди просто от недосыпа, они просто превращаются в зомби. Saltea Dormeo Ergo Comfort are o structură unică din 5 straturi, destinată pentru adaptarea rapidă, suport maxim și confort excepțional. Această saltea a fost testată de către Institutul de Ergonomie din Germania și este inclusă în lista celor mai ergonomice saltele.